Вот огород весь пышет зеленью. Видишь? Это тыква аж прям сюда до лестницы уже дошла. Ты видишь, все заполонила тыква эта. Вот эти расцвели, я не знаю, как они называются. Красивые вот эти. И они, главное, все разных цветов, но пачка была это одна. С одной пачки все семена были. Странно. А причем нарисованы были все разные цветы на пачке. А это вот, смотри, гортензия до сих пор. Она стоит до зимы вот такая. Представляешь, красота какая. Вот это гортензия дубовая. Розы по второму кругу. Но вот они всегда два раза цветут. Вот по второму кругу расцвели розы. Еще бутоны вон даже зеленые торчат. Там ничего, там вон эти папоротники сидят в горшках. Там ничего нету. Это вот, это георгины я тут пересаживал. Видишь, они сгорели на солнце. Ничего, хоть хай. Корни, главное, живые. Вот, а вот это вот я тебе рассказывал, вот это шиса. Я ее нашел, на улице росла. Я ее выдернул и принес, посадил у себя. Смотри, как она хорошо прижилась. Надеюсь, что семена будут. Вот. Ну, короче, вот огородзе. Огородзе, огородзе. Вот эта тыква, конечно, вообще. Смотри, все в этой тыкве. Весь огород. Вот это одно растение. Вот оно. Вот это все-все сюда. И потом она вон туда идет. Вот здесь вот она идет. И потом наверх вот сюда. И аж на забор вон туда закарабкалась. Представляешь, какая дурында выросла. Такая дурында. А тыква-то где сама? Покажу сейчас саму тыквину. Где она? О. Слышишь, вот моя рука. Она тут тыквина. Ну какая.